Осень в полном разгаре, и зима уже не за горами. И те, кто не успел приобрести новую пару обуви, торопятся сделать это как можно раньше. В Твери как раз сейчас проходит ярмарка обуви от белорусских и российских производителей. Подробности у нашего корреспондента. На ярмарке обуви от белорусских и российских производителей можно найти модели на любой вкус. В ассортименте более сотни пар на осень и зиму. Представлены как женские, так и мужские модели. Размерный ряд от 36-го женского до 49-го мужского. Подобрать подходящую обувь помогут консультанты. Каждому клиенту индивидуальный подход. Обувь сделана из качественных материалов, поэтому покупатели отмечают, она не только мягкая и удобная, но и крепкая, и не протекает, и не лопается. Для осени и зимы это особенно актуально. Производитель гарантирует, эта обувь прослужит не один сезон. Беру уже здесь не первый раз. В том году взяла ботинки, до сих пор не хожу. Ноги у меня проблемные, и так что здесь подобрать можно обувь. То, что меня устроит. То, что мне удобно ходить. Выбор вообще большой. И действительно, на ярмарке каждый, даже самый взыскательный покупатель, сможет подобрать себе пару. Обувь настолько удобна, что подходящая пара найдется людям и с нестандартной полнотой ноги, и с высоким подъемом или выступающей косточкой. У каждого своя нога. Мне вот сложно было подобрать. Я ездила много в магазинов и, конечно, никак не могла. У меня очень большой подъем, широкая нога и больные ноги плюс. Поэтому хотелось вот именно удобную, практичную обувь. Я так вот и выбрала. На ярмарке представлены модели из натуральной кожи. Такая обувь прослужит долго, носить ее будет комфортно. Кроме того, ботинки и сапоги имеют нескользящую подошву. Обувь от российских и белорусских производителей имеет еще одно преимущество – доступный ценник. Размеров много, обувь хорошая, кожаная, натуральная. Выбираю себе зимние ботинки. Очень хорошие, качественные ботиночки, мех хороший, кожа мягкая. Ярмарка белорусской и российской обуви работает в Твери с 26 по 30 октября включительно. По адресу гостиницы «Турист», второй этаж, улица Коминтерна, 47/102, напротив железнодорожного вокзала.